Обсуждение вопросов, которые касаются развития Архангельска, будет посвящен очередной выпуск программы «Городская среда». Сколько в столице Поморья снесут в этом году ветхих деревяшек? Когда отремонтируют Ленинградский проспект? Почему не хватает урн для мусора? И куда они исчезают с улиц? Какие дороги будут отремонтированы капитально, а какие только подлатают? Это только некоторые вопросы, которые мой коллега Алексей Шемякин обсудил с главой Архангельска Игорем Годзишем. Большое интервью в эфире уже завтра, 21 июня в 19:20.